Ваш хлебушек. Будете кушать сами. Что делать? Нельзя, да почему? А мы потом его А он побежал, побежал. Увидел вас. Все, отстань. Все. Вечером привезу, отстань. Катается, катается. Ну вот, не повезло. А? Не повезло. Я ему сказала, он вот этой лопатой ругался. Ага. Ну ладно, не будем. Давайте пусть валяется. Жалко, конечно. Сами, говорите, будете есть. Вон они идут. Или другие с кем-то идут. Ладно. А не говорите. Ладно, народ, больше не буду. Он так он встал, наверное. Ой, Ростик, где ты, Ростик? Где ты, Ростик? Где Ростик у нас? Я у этой называется. Если бусинки получается маленький кусок проела, там хорошо проделал. А это что люди пришли? Да. Кормилица видит. Он увидел. Мы твои знакомые люди пошли. Моя семья, да, смотрит на них. Как она не сливается? Вон она все течет, вода вся сливается в стоки. Как упало так? Там труба, видимо, перехватила, пей. Костик помогает, наверное, это. Не льется, видимо, труба перехватила. Ее надо отогревать. Ой, господи. Это вот вы так воду наливаете, что ли? Ну, а как это не только дом. Это песня просто. Я смотрю на лицо, я издалека-то не вижу. А тот такой же комплект. И тот добрый. И он когда так, я смотрю, что-то на него похоже. Ну, значит, все вот эти нужны. Ну, такая, я смотрю, на лицо у него. Ну, ладно, хоть пришло бы, да. Вот что делает, вот они. Нет, не грамма. Мокрые. Нет, не грамма. А, вон дырка, вон, видишь. Потому что, видишь, сюда воду меняли, слили, видимо... А он сейчас перекусит. Сними, наверное. Помогай. Давай. Помоги. Ой. Ростик. Не хочет лица. Ну, не знаю. Он пить будет. Попить хочет. Хватает воду. Пьет. Сейчас я больную.
смотри. Душ. Душ. Все, облили. Облили тебя, Ростик, да? Понесся. А какую большую. Ну хоть вот, разнообразие побегать, ну, поиграть. О. Тогда он грязный был, черный. Наташа говорит, со шланг. Она говорит, он боится. А-а-а. Ну а сейчас может привыкнуть. А все равно за людьми, смотри, как наблюдает. Ну ему скучно одному. Да. Они знают, что кормят. Ему же скучно. Конечно, кто поиграет? А Наташе некогда, Наташи так много там, и выдры, и росомахи. Ой, у нас сюда заходит. Я вот отрываю этот Матвей, так рано. Этот еще побыл. Ну да, сколько вообще, 70, господи. Нет, в 11. В 11, но все равно ее там лечили, и там все распережило.